Еще раз всем доброе утро. Я поставила запись. И будем мы сегодня с вами говорить об очень интересных вещах. У нас закончилась первая неделя нашего замечательного каталога номер 15. Объемы, вау, у нас с вами это все здорово, отлично, замечательно. Очень много премьер-клубовцев, очень много хороших заказов. Мы с вами большие молодцы. И хочу напомнить, что для всех участников премьер-клуба, что начал действовать премьер-журнальчик наш, да, с которым мы тоже сейчас можем заказывать, мы можем собирать заказы с помощью него, потому что цены здесь каталожные, есть великолепные карандашики по очень хорошей цене за 139 рублей и вообще очень много интересных вещей, которые могут понадобиться нашим клиентам, поэтому пользуемся, собираем заказы еще и этим инструментом. Ну и, конечно же, сегодня у нас планерка роста. Будем говорить о доходах. Все-таки целью наших планерок является увеличение доходов. И хотела бы я сегодня поговорить об одной интересной теме. Помним о том, что нашей с вами целью и идем мы с вами к тому, чтобы стать всем золотыми директорами, как мы сейчас, да, в открытой квалификации золотых директоров находимся. И очень важно нам с вами дойти до этого уровня. А в связи с этим, для того, чтобы идти к чему-то такому большому, нужно понимать, за что, за какую работу платят деньги в нашем бизнесе. Хотела бы я вам такой вопрос задать. Кому бы хотелось столько вот красивых купюр получать, жду в чате ваши варианты, за что платят в нашем бизнесе. Что нам нужно с вами делать для того, чтобы получать доход? У нас сегодня такая с вами живенькая планерка будет, так что общаемся, пишем, не стесняемся. Нам важно с вами понимать, да, к чему мы идем и что же нужно делать, чтобы то, к чему мы идем, получилось у нас гораздо быстрее. Ну, где наши варианты? За что же платят? За то, что... Ага, о, какие вы молодцы! Создаем товарообороты, да. Личный и групповой товарооборот. Ого, у нас прибавляется. Катя, доброе утро. Молодцы. Правильно, за создание личного и группового товарооборота. Вот такую вот я вам картиночку приготовила, да? За организацию товарооборота нам платят. А организация товарооборота включает в себя развитие бизнеса, развитие ключевой команды, спонсирование и встречи, да? Ну, встречи это, то бишь, рекрутирование. Причем, да, наоборот, встречи, спонсирование, развитие ключевой команды, развитие бизнеса. Нам нужно с вами обучаться, практически навыки свои получать и расти. И, соответственно, благодаря этому мы будем исполнять свои мечты. Такая вот нехитрая работа у нас с вами. И на самом деле, конечно же, можно по-разному организовывать товарооборот. Я хотела бы вам задать следующий вопрос. Я сегодня вам вопросы буду задавать. У нас сегодня такая рабочая встреча. Как быстрее нам стать директором? Это первая наша маленькая цель, да? Создать групповой товарооборот, ГТО аббревиатура, 7500 баллов. Можно самому продать, да, на 7500 баллов. Это порядка 300 тысяч рублей за 3 недели. Ну, так это по 100 тысяч по 100 тысяч в неделю, да? Побольше, чем 10, по 15 тысяч, получается, в день нужно продавать, чтобы самому создать 7500 баллов. Можно найти клиентов на одно мыло, подписать 7,5 тысяч человек, они закажут одно мыло, которое 1 балл дает, и получится 7500 баллов. Найти 150 человек, которые будут такие ежемесячные покупки совершать от 2000 рублей. Или обучить
найти, обучить 50 партнеров, собирать 150 баллов. Кому какой вариант больше нравится? Можно буковками писать. Видите, это вопрос из серии, кто хочет стать миллионером, да? Как миллионером мы можем быстрее стать? Какой вариант выберем с вами? Лена за четвертый вариант. 50 по 150. Кто какие варианты еще? Кто с Леной согласен, кто не согласен, кто как еще думает? Как же быстрее стать директором и проще? Угу. ЦД, то есть потребители у нас находятся по пути, да, Людмила, по пути того, когда, как, пока мы ищем своих 50 партнеров по 150 баллов. Согласна с тобой. То есть мы делаем фокус все-таки на D, но в пути к D у нас еще и C находится, да, люди, которые делают заказы для себя, своей семьи на 2000 рублей. Кто-нибудь еще меня слышит, кроме Людмилы и Лены? Кто как еще думает? Или кто-то писать не может? Угу. Денис меня стал слышать. Это хорошо. Ну, в общем-то, останавливаемся на четвертом варианте, да? А, вопрос прослушал. Так вопрос вот тут на экране. Как стать быстрее директором? А, Б, С, Д. Ага, Д вариант. Ну, конечно же, да, внимание, правильный ответ. Тарам-парам-парам. Обучить 50 партнеров, собирать 150 баллов. Конечно же, вы правы абсолютно, да, что 50 партнеров по 150 баллов – это гораздо и гораздо легче. Но для того, чтобы обучать и мотивировать партнеров делать 150 баллов, нам нужно с вами знать, какие выгоды несет себе участие в премьер-клубе, да, участие в 150-балловом заказе. Давайте с вами пропишем, какие выгоды получает человек, который 150 баллов размещает. Угу. Ну, бывает, подвисает. Главное, слышишь, это уже хорошо. Какие выгоды на 150 баллов человек получает? То есть, когда он сделал заказ на 150 баллов. Четыре выгоды. Жду ваши ответы. Кто как думает, кто что помнит. Ну, Лена, раз ты все слышишь, у тебя все отлично, отдувайся. Я думаю, что ты печатаешь. Объемная скидка. Угу, это третий пункт. Хорошо. Да, объемная скидка от 3 до 22%. То есть 150 баллов дает человеку пропуск к получению всевозможных скидок от компании. Да? 20% немедленная прибыль, 10% это премьер-клуб. Объемная скидка от 3 до 22% и 50% на продукт. ЗП, Лен, это объемная скидка. То есть всего 4 выгоды, вот они прописаны, да? То есть вот ты написал 32%. Нужно понимать, откуда они берутся. То есть они складываются из маленьких кусочков. То есть первое это 20% основная скидка консультанта. 10% это бонус премьер-клуба. Причем 10% идет от красненькой, да? Вот от этой красной цены каталога, вот от этой. То есть не от нашей цены. От 3 до 22% объемная скидка идет от объема продаж. И чтобы вы понимали, мы с вами здесь на лидерской встрече сидим. Вот здесь вот в прайс-листе вы видите вот такие вот графы. Видно вам, не видно? Вот ДЦ и ОП. Вот от ОП, вот от этой. Идет от 3 до 22%. Да, точно, Татьяна. Пятую выгоду сама не написала, да? Это возможность участия в персональных распродажах премьер-клуба. Вот, то есть объемная скидка идет от объема продаж. Это цена нашей продукции без учета налогов, которые компания платит. К
Кстати, Орифлейм находится на втором месте по выплате налогов после Газпрома. Извините. Так, быстрый рост, согласна. Это еще одно преимущество. Заказов на 150 баллов. То есть постоянные скидки плюс возможность карьерного роста, причем очень и очень такого яркого, быстрого и приятного. Так. Всем ли видно мой следующий слайд? Или его никто не видит так же, как и я? У меня зависла презентация. Вы видите? Ага, вот. Отлично. Теперь я его тоже вижу. То есть мы с вами идем к званию директор именно через поиск ключевых партнеров в своем окружении. Откуда мы их можем взять, наших ключевых партнеров? Из списка имен. В связи с этим у меня к вам вопрос. Кто выполнил прошлое наше задание, нашей планерки роста, и написал список 100 имен? Поднимите вверх руки. Кстати, это не так долго. По времени занимает, нужно было написать всех людей, неважно, да, знаете вы их телефон, не знаете, главное, чтобы вы их вспомнили и написали в список. У кого сколько получилось людей? Лен, сколько у тебя знакомых в твоем списке? Похвались, пожалуйста. Ну, у Татьяны телефоны с контактами, там вообще, наверное, порядка 1000 телефонов, я так подозреваю. Я вчера покопалась в своей памяти и каждый раз добавляешь 123 человека. Отлично. Я тоже написала список 100 имен. Очень удивилась, что на это, оказывается, потребовалось буквально 20 минут времени. Потому что, когда ты начинаешь писать и не решаешь за людей, ты начинаешь писать абсолютно всех подряд. Из школы, из института, преподавателей, учителей, знакомых, где-то в лагерях отдыхали, где-то знакомились, где-то на море, где-то еще. И это еще далеко не все знакомые, которых можно в этот список внести. И эти люди отличаются от остального окружения холодного рынка тем, что они вас знают. И очень важно рассказать им именно о том, что есть у нас сейчас такие замечательные возможности. Наша задача достучаться до каждого нашего знакомого, чтобы они поняли, в чем заключается суть этого бизнеса. Хотя бы поверхностно, чтобы они услышали нас. Потому что многие что думают? Они думают, что ой, она там в Орифлейме, она продукции всю зарплату получает. Я вот недалеко, как вчера, проводила две встречи со своими знакомыми, пока заказ им относила. Они у меня клиенты, но они ничего не знают про онлайн-магазины. Я им решила вчера рассказать, это мои одногруппницы. И очень сильно удивилась, когда мне одна из них задала вопрос. Ну, а ты вообще деньги-то живые имеешь с этого? Или ты все продукции получаешь? Я уверена, что вам сейчас так же смешно, как и мне. Но я реально удивилась, что человек думает, что я продукции все получаю. Ну, это вообще полный бред. Я открыла справки свои банковские и увидела, как у человека расширились глаза от того, что она увидела, какие суммы можно через банк получать от Орифлейм. И, естественно, среди нашего окружения есть те, кто в декрете сидит или собирается, или только вышел и не хочет, и хочет обратно, да, в хорошую, уютную атмосферу домашнюю. Вот это все наши клиенты, наши потенциальные партнеры, их нужно найти. Найти их важно через именно список имен. Почему важно искать ключевого партнера, да? Кто такой ключевой партнер? Это тот, кто делает 150 баллов, это тот, кто рекрутирует и обучается. Наличие ключевых партнеров в нашей структуре, которые делают 150 баллов, будет определять наш с вами быстрый рост. Я вот здесь показала вам примерный путь очень простого роста структуры. Если мы с вами будем каждый каталог искать одного ключевого партнера, который будет делать 150 баллов.
Причем каждый ваш партнер также будет искать одного своего. Соответственно, наша структура, каждый каталог будет подваиваться очень и очень легко, да? И получается, вот если с нуля мы с вами себя считаем, то есть мы начинаем себя, мы себя считаем своим ключевым партнером, делаем 150 баллов, а мы это делать уже научились, с вами мы большие молодцы. И ищем одного партнера, который будет делать 150 баллов тоже. То в первый каталог после старта, это 15-й, то есть текущий, я и мой новый ключевой партнер сделаем 300 баллов. Какой-то уровень по карьерной лестнице, давайте с вами определим. 300 баллов, это сколько процентов? 3, 6, 9, 12, сколько? Три процента, отлично. Далее, 16-й каталог. Кстати, там может быть больше, то есть мы пока будем искать партнеров, мы еще найдем потребителей, как Людмила хорошо заметила. То есть я ищу своего нового ключевого партнера, и мой прошлокаталожный ключевой партнер ищет своего. В итоге все делают по 150 баллов, получается 600 баллов. Это какой процентный уровень? То есть сначала структура так медленно раскачивается. А 600 баллов это в процентах уже немножко повыше, чем 3, правильно? 6%, правильно. Далее, соответственно, каждый из вновь прибывших людей, и я тоже сам, ищет еще по одному ключевому партнеру. Итого у нас будет 8 человек, которые сделают по 150 баллов. Это будет уровень 1200 баллов объем и уровень 9%. Я думаю, что сейчас Лена мне тоже напишет, что 9%. Извините. Далее двигаемся, да, дорогие мои друзья. 17-й каталог мы с вами. Ага, чат вперед звука. Интересно. Ну ладно, хоть он вообще есть. Далее, первый каталог, да? То есть наши 8 ключевых партнеров привели по еще одному. И 2400 баллов мы с вами получили. 2400 баллов это уровень уже почти 15%, но 12%. Но я думаю, что плюсом к потребителям, которые к нам присоединятся, это уже будет целых 15%, да, 3000 баллов. Далее, второй каталог. Мы опять же удваиваемся. 4800 баллов, это почти 5000 баллов. То есть, ну, такие уже чуть-чуть неполные 18% можно добрать, да, 200 баллов, и будет 18% уже. И на третий каталог мы уже выходим на звание директор, да, это всего лишь 6 каталогов по удвоению мы идем и получаем 9600 баллов, это уровень директор, очень такой с запасом, очень быстро, резко мы растем. Это если мы по одному партнеру с вами, да, будем находить каждый каталог. Скажите, сложно найти одного клиента на 150 баллов? Если поставить себе цель. Если поставить себе цель и рассказывать реально на бизнес. То есть представьте, что вот у вас у каждого уже какая-то структура есть. Сколько людей у кого есть, да, в группе. Представьте, что у вас там 20 человек. Вы когда бы хотели, чтобы они 150 баллов сделали? Сейчас или через полгода? Но реально сейчас, да, вы представьте, 20 человек по 150 баллов, это уже 3000 баллов. Вау! То есть нужно своим ключевым, своим консультантам об этом же рассказывать. Тем более к Новому году, в Новый год 150 баллов собрать достаточно легко. И все вот эти плюшки, которые человек получит, ему важно вкусно рассказать о том, что вау, смотри, ты получил вот это, вот то, ты еще практически ничего не сделал, ты уже получил 3000 обратно за свой заказ на 6000. Это классно. И помогать ему нашими вебинарами. Татьяна с Иваном провели великолепный вебинар по личному товарообороту, как его создавать. Есть огромное количество способов, мы сейчас еще раз их проговорим с вами. То есть наша задача не только говорить, эй, ты, давай, иди, делай 150 баллов, да?
Мы с вами никого не заставляем, у нас нет обязаловки. Но наша с вами задача как партнеров, как наставников показывать путь, варианты накидывать, да, Татьяна, правильно, путь набора этих 150 баллов. Надо сделать так, чтобы человеку было легко это собрать. Новички не знают, легко это или сложно. Нам надо сделать так, чтобы для них это в голове было легко. А представьте, если вы по два партнера каждый каталог будете искать, у вас рост пойдет в два раза быстрее. Три каталога, и вы уже будете на доходе 20 тысяч рублей. Это круто. Это очень круто. То есть давайте себе поставим такую цель на 15-й каталог. 15-й каталог, он уже волшебный, он уже классный, уже объемы шкалят. Да, удвоение сразу идет. Давайте пойдем в целях своих на удвоение и найдем одного нового партнера в этом 15-м каталоге на заказ 150 баллов. Да? Принимаем такую цель. Кто смотрит записи, потом напишите в чате, в Болгарии напишите, что да, принимаем. Кстати, кому хочется Болгарию, надо по два партнера, да, найти, чтобы 7500 было в первом каталоге, а не в третьем. Давайте поставим себе жирненько такую цель, найти нового партнера на 150 баллов. То есть нужно объяснить кому-то о выгодах 150 баллов, о них мы уже с вами проговорили, и накидать варианты. Вот такие вот вариантики я вам набросала. Давайте вместе подумаем, какие еще варианты мы можем набросать в плане сбора заказов 150 баллов. Да? Во-первых, можно побаловать себя и заказать набор на Wage. Набор на Wage идет от 100, по-моему, 105, да, сейчас баллов. Что-то вчера не посмотрела, просто написала, от 100 до 165 баллов. Это люксовая линейка по уходу за кожей лица. За такие небольшие деньги, да, от 3,5 до 5 тысяч рублей, вы получите полугодичное люксовое сопровождение дорогущего косметолога. Ежедневное, причем два раза в день, это утром и вечером. Вы будете наносить великолепные, превосходные текстуры наших кремов на кожу и будете видеть результат. Система хватает на полгода. Это от 50 рублей в день. Это совершенно недорого для нашей красоты и молодости кожи, для упругости и сияния нашей кожи. 50 рублей. Что это такое? Мы 50 рублей иногда тратим совершенно не на те вещи, на которые нужно было бы. Это дорогие люксовые баночки, они тяжеленькие, они приятные, их приятно держать в руках. Это роскошные текстуры, которые дарят нашей коже бархатистость. И очень легкие баллы в том числе. То есть можно найти одного клиента на Novage, вы уже свой минимум 150 баллов практически выполнили. Можно подарить здоровье своей семье, сейчас зима, нужно укреплять иммунитет. И, например, одну из семей оздоровить. То есть два пэка и детские витамины с омегой – это уже почти 140 баллов, да, 138 баллов. То есть мы дарим здоровье семье и уже получаем хорошие баллы. На аптеку мы тратим дороже, как замечательно вчера Марина Аджиева говорила на вебинаре, да, что аптека гораздо дороже нам обходится, чем профилактика. Также можно поделиться скидкой с родными и близкими. Да? 6 человек, которые закажут на 25 баллов, уже дадут нам 150 баллов. На родных и близких мы не зарабатываем, делимся своей скидкой и получаем коллективную закупку, которыми сейчас все любят заниматься. Можно присоединить близлежащие магазины к своим покупкам и действовать по правилу «достаю кошелек, отдаю каталог». Я вот сейчас с вами планерочку закончу и поеду это правило притворять в жизнь. Поедем покупать электрическую плиту в свою новую квартиру. У нас очень отличный консультант Борис, которого мы сейчас с Денисом поедем осчастливливать каталогом Oriflame. Потому что у него есть супруга, у них бабушка живет рядом с нашей новой квартирой, мы уже все выяснили, поэтому дадим каталог и скажем: слушайте, вы нам так классно помогли. Нам было очень приятно с вами сотрудничать. Я хочу вас тоже порадовать и
сделать вам скидку на весь ассортимент нашего магазина в размере 15%. Телефон у нас Бориса уже есть, поэтому осталось только дать каталог. Я таким образом розетки покупала недавно, и женщине-консультанту магазина тоже отдала каталог. Она с большим удовольствием его взяла. Я сказала, что сделаем скидку, сделаю упаковку к новогодним подаркам, если это будет необходимо. И рассказала про интернет-магазин. Мы встречи с вами можем проводить даже вот так вот, да, встретившись с человеком. Нам надо, в принципе, 7 минут для того, чтобы рассказать о нашей бизнес-идее. Далее можно проводить дегустации в коллективах каких-то продуктов, да, ходить и всех угощать. И это тоже хороший метод сбора заказов. Отправлять каталог вместе с каким-то тестовым набором на работу своим родным и близким, на которых мы не зарабатываем, да, попросить отнести каталог и дать попробовать, например, новую водичку, новый крем или еще чего-нибудь. Ну и можно послание соседям в каждую дверь отправить. Екатерина Трофимова уже такие послания сделала. Ждем скрипт в чате, чтобы все тоже смогли такое послание отправить. Будьте первым у своих соседей, вдруг они ищут Орифлейм. Какие еще варианты можно накидать по организации товарооборота 150 баллов? Кстати, Катя молодец, уже сделала 100 баллов. Прям респект большой. Классно, классно. Да, молодец. Как тяжело было набирать 100 баллов когда-то, год назад, и как легко это делать сейчас. Прям приятно. Какие-то еще варианты будут у нас, как вы думаете, по 150 баллов? Или все у меня получилось осветить для вас сегодня? Такие основные, в принципе, по-моему, все. То есть Novage, Wellness – это наши две основные категории. Про соседей и подруг. Ну вот, соседи, послание соседям. Подруги – это близкие, с которыми мы поделимся скидкой. И всем родным и близким на работу отправить каталог, да? Дегустационным набором, чтобы они тоже заказали. Ну и акцию присоединения там тоже можно пропечатать, да, заказом на 1000 рублей там 10%, 15% скидка, заказом на 500 рублей 10%, чтобы людям было интересно играть в наши такие акции. То есть все, в принципе, очень легко. Главное просто это делать. Да, дегустационный набор – это очень классная идея. Можно даже пробничек. Да, упаковку в подарок можно прописать. А можно к каталогу положить, например, пробничек крема Эклоген или того же самого Труперфект, да, и все, чтобы намазались. Или какой-то еще крем, или сыворотку. Или прийти в коллектив и одну капсулу пожертвовать и на всех ее намазать. То есть там надо-то по чуть-чуть. Кстати, масло, оно очень жидкое, очень такое текучее, и его реально прям можно по чуть-чуть каждому человеку дать попробовать. То есть тоже очень классная идея. Она стоит-то не так дорого, одна капсула. В среднем стоит 60 там, или 80 рублей. У нас Лена Колесникова посчитала. То есть можно тоже всем дать попробовать. Кстати, кто себе такие капсулки выписал? Я в полном восторге. Я их заказала, я ими пользуюсь. Такая интересная текстура у них. Не такая, как у увлажняющих капсул, которыми я уже пользовалась. То есть вы на рабочую поверхность руки наносите, оно прям так вот растекается, нужно его скорее-скорее нанести на лицо, делать массаж, и как раз-таки оно впитывается ровно за столько, сколько времени нужно делать массаж лица косметический. Мне очень понравилось. Да, капсулы классные, и, конечно же, прежде чем их рекомендовать, надо их попробовать самим. Но они в то же время дают 46 баллов, поэтому есть смысл попробовать самим, и, конечно же, есть смысл рекомендовать. Три человека на капсулу, уже 150 баллов у вас в кармане. Поэтому вариантов очень много, изобретательность у нас на высшем уровне должна быть, и, конечно же, важно, важно, важно всем давать все пробовать, тогда все у вас все будут заказывать.
Вопросы у вас есть по вот этой теме, впечатления? Как вот вам такой вот стремительный темп роста, когда мы каждый будем искать всего лишь одного нового 150-бальника? Кстати, этот 150-бальник запустится еще на новую акцию, которая в следующем каталоге начнется, да? Такая как спа была. И пройдет еще и по вот этой акции, получит клевые подарки, плюс деньги, плюс рост колоссальный, да, и будет вообще все очень и очень здорово. Важно понимать, зачем это делать, тогда это будет делать легко. Правда, девочки? Кто уже делает такие заказы, у нас все вот здесь молодцы сидят, да, которые хорошие заказы размещают. И действительно, когда понимаешь, зачем тебе эти 150 баллов делать, то вопрос не встает о том, как их делать, да? Важно первопричину, да, понять, для чего. Хотела бы напомнить про акции, которые у нас сейчас идут, да, чтобы мы с вами не забыли, те, у кого еще не взяли наборы по спа-акции, чтобы скорее-скорее не заказали их. Сейчас скраб встает в резерв, но он потом, конечно же, обязательно придет. Регистрация у нас продолжает быть бесплатной. В этом каталоге заканчивается рекрутинговая кампания «Все грани красоты». И начинается в следующем каталоге новая рекрутинговая кампания. Поэтому те, кто хотел зеркала, я знаю, кто-то хотел сумочки, кошелечки, проверьте, пожалуйста, свои личные регистрации, сколько у вас там баллов получает человек ваш. Точнее, сколько ваши люди сделали заказы, сколько у вас баллов, чтобы не прошлять никакие подарочки. Если еще что-то необходимо вам доделать, то регистрируйте в первую линию человека, и он у вас будет все 21 день копить баллы для вас. То есть тем, кому нужно что-то досчитать, пожалуйста, в личном порядке обратитесь, мы с вами просчитаем, кто еще чего-то не разобрался в этом. Конечно же, сейчас нам компания нас просто балует, да, вау, осень у нас есть, великолепные акции, это минеральная пудра Giordani за 400 рублей, это крем для век алоэ за 99, паста 69 рублей, вообще вау цена, шапочка для душа, туалетная вода мужская Сэндент. Есть что рассказать нашим клиентам? Вообще однозначно есть. Нужно обязательно рассказывать. Да, 3 пудры, вода и 5 паст. Вообще круто. Отличный заказ, Татьяна. Вот. Также у нас в этом каталоге работает акция «Яркая осень», да, для спящих консультантов. Они могут разместить заказ на 35 баллов. Они получат бесплатно книгу красоты, набор на 1000 рублей по уходу за глазками. Это великолепная тушь, которая не утяжеляет реснички, делает ангельский взгляд, идеально разделяет, удлиняет, прокрашивает реснички. И уходовый крем для век с коэнзимом Q10, который очень здорово ухаживает за нашей кожей вокруг глазок. Плюсом ко всему они получат красочный 16-й каталог с феноменальными скидками. И, конечно же, сделают там заказ на 50 баллов и выше. Это я вам отвечаю, что так точно будет. Поэтому вспоминаем про всех, кто еще не делал заказы в предыдущих каталогах. Даже если они вдруг не спящие, но каталога текущего у них нет, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы каталог у них был, чтобы мы с вами в сезон высоких продаж вошли с максимальным баком. То есть это те люди, у которых есть каталоги. Технология работы у нас не меняется. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы у вас было 10 рабочих страниц. То есть если какие-то страницы морозят у кого-то, сейчас такая тенденция наблюдается, значит заводите больше, чтобы 10 рабочих у вас точно было. Отрабатываем теплый рынок милыми звонками и сообщениями. Важно делать 5-7 звонков ежедневно, чтобы были у нас регистрации каждый день. И, конечно же, нашим новичкам важно донести суть проекта, суть бизнеса. Есть для этого вебинар, который мы с вами писали несколько недель назад, и записывать на вводный курс к менеджеру или директору. Фокусы второй недели каталога, конечно же, это рекрутинг.
Свой личный товарооборот, кто еще не доделал, пожалуйста, доделывайте на второй неделе, чтобы на третьей неделе на него не отвлекаться. 150 баллов личных вообще нужно делать в первый день работы каталога, чтобы вообще не париться о них. Рост группового товарооборота – это наш с вами фокус. Теперь мы знаем, как это сделать быстро, качественно и легко. Для того, чтобы наши с вами новички делали заказы 150 баллов, их важно выводить на вебинары в онлайн. Для того, чтобы, пусть они будут ради розыгрыша ходить, но главное, чтобы они ходили. Потому что, ходя на вебинары, у них что-то меняется в сознании. Они какие-то фишки берут. Они видят людей, которые также сидят на вебинаре и думают, о, да я не один такой. Конечно же, важно, важно, важно их выводить на вебинары. Мы с вами молодцы, у нас растет количество посетителей вебинаров, но если каждый из тех, кто уже ходит на вебинар, приведет кого-нибудь еще с собой, это будет вообще круто. Давайте возьмем цель на то, чтобы наша комната наполнилась под завязку, трещала по швам. Комната у нас на 100 мест, поэтому есть нам куда разогнаться. Принимается комната по швам. Как вам такой вариант? Мне он очень нравится. Хочется увидеть 99 участников вебинара в режиме онлайн. Это будет круто. Ну и, конечно же, набор спа и акцию для спящих тоже, пожалуйста, не забываем. Так, мы плавно подбираемся к концу нашей сегодняшней встречи. Ключевое домашнее задание по поиску партнера на 150 баллов. Кто скачал уже себе книжечку «17 секретов мастера»? Вопрос у меня к вам такой. Джон Каллинч книгу написал. Угу, молодец. Уже успела дочитать или еще пока нет, Лен? Кто не скачал, то, пожалуйста, скачивайте. Помним, да, что 10 рабочих страниц должно быть ВКонтакте. Дополняем список знакомых, продолжаем над ним работать. Еще 100 имен нам нужно с вами написать. Это всего лишь по 15 в день. Тех, кого уже написали, разыскиваем в социальных сетях и утепляемся с ними. То есть о том, о сём пообщаться с ними. И далее уже выдать им информацию про проект. Печатать информацию про проект не советую, нужно выводить на голос и желательно на менеджера своего. То есть у тех, у кого есть менеджер, на менеджера, у кого нет менеджера, на меня выводите. Потому что важно, чтобы наши знакомые получили информацию голосом, а не перепиской. Ну и, конечно же, удвоение результата. Теперь мы с вами знаем, как результат свой удвоить. Всех трудолюбивых людей, партнеров нашей команды, ждет обязательно Болгария. Для того, чтобы попасть в Болгарию, напомню, нам нужно с вами первым каталогом открыть 7500 баллов. Это взорвет ваш бизнес, это взорвет ваш мозг и взорвет ваше окружение. Да? Окружение офигеет от того, что вы поехали в Болгарию и срочно к вам всем подпишется. Это тоже факт. Поэтому, если кто-то думает, что что-то невозможно, помните, что возможно все в нашей жизни, но невозможное просто требуется больше времени, больше усилий, больше мотивации, больше нашего с вами, нашей уверенности в себе. Поэтому дерзайте, сделайте вызов сами себе, у нас все с вами получится. И мы с вами будем большими молодцами. Да, «Мастер по работе с возражением» тоже хорошая книжка Бахтияров. Лен, молодец. Всем спасибо за внимание. Планерку сейчас выложу тем, кто не смог посмотреть онлайн, смотрит запись. Тоже спасибо за просмотр. Старайтесь выходить в онлайн-режим, чтобы мы с вами общались. Так, сейчас я вам еще один роличек включу, поэтому не отключайтесь.